как таковой модели нет. Но я думаю, что вот наше молодое подрастающее поколение, на самом деле у нас есть вообще гениальные ребята, гениальные люди. Вот, если они все-таки вот придут и им позволят реализовать, возможно, что-то изменится. Я тоже не совсем не понимаю, как бы, что происходит в стране. Да? Вот мы как-то приватизировали много лет назад. Поэтому у нас у кого-то есть все. Тогда богатство было всей страны, а потом стало богатство вот отдельных людей. Просто вот если бы так кучка людей думала бы о других, может быть, что-то поменялось. А так я себе не рисую красивую картинку.